Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, первый день, 37,5 миллиона древесины я забираю. Так, у нас новый сезон, новый месяц, да, все, как говорится, по новой. А ну-ка глянем. Так, неиспользованные у нас ушли в янтарь. Так, начать сезон. Конечно, начать. Получить. Так, давай посмотрим, что у нас тут на сезонном рынке. Так, премиум, брюхоглот. А он у меня есть же, брюхоглот. Ведь есть же, да? Поэтому мне не обязательно он. Скороход, по-моему, тоже есть, да? Вот фантом. Фантома нету. И соперник кривоклыка, по-моему, тоже нету. Живака. Мрачнозуб есть, по-моему. Хм. Так, что у нас тут? Получить два железа. Милующиеся кардиналы. Это птички такие, ребят, кардиналы, если кто не знает. Ну-ка, беззубик, что он мне принес? 150 миллионов рыбы. Ух, как хорошо, но придется отказаться, ребят. Так, камеру давай отдалим и начнем потихоньку собирать наши ресурсы. Тебе не кажется, что громко, не? Мне вот почему-то кажется, что как-то громковато. Так, тут 300 миллионов древесины дали, ничего себе. Так, давай-ка мы этого отправим. Блин, брюхоглот, есть у меня он или нету? Я что-то... По-моему, есть. Так, брюхоглот. Вот же он, по-моему. Ну да, ребята, вот он, брюхоглот, чё? Значит, мне он не обязателен, получается. Если он мне не обязателен, значит, мы будем на что-то другое тратить. Так, 360 пока летит туда. Ты за рыбой. Ты у меня что, уровень получил, да? Ты теперь тоже у меня можешь... Или ты мог... добывать железо. Так, ладно, мы его отправим за рыбой, потому что он по рыбе больше, да? Эксперт. Так, это древесинка здесь. Это мы забираем. Это все мы забираем и отправляем сразу же. Так, костолом. Древоруб. Все, понял, все забито уже. Мест, как говорится, свободных нет на лесопилках. Ну что, ночные жути. Забираем тут. А, мы ее только отправили. Тут лес. Так, сарделька, что ты мне тут принесешь? Руны. Ну, давай глянем, что ты мне подкинешь. Все-таки тусклый янтарь, друзья. 34 штуки, это вообще ни о чем. Это крохи. Просто крохи. Давай мы его опять отправим в приключение. Что такое? Повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Да, это, конечно, круто было бы такую одежку для него получить, но у меня нету лишних рун. Вообще с рунами здесь на самом деле проблема. Но когда мы покупали с тобой премиум, да, руны прям вот рекой текли. За счет чего? За счет того, что у нас здесь идет накопительная система. Блин, я уже не знаю, где она. Вот. Вот такая вот статуя, которая нам каждый день накидывает руны. Причем с каждым разом все больше, больше и больше, да? То есть 25 ежедневно. И вот накидывают, накидывают, накидывают. С этими рунами вообще проблем не было. Можно было очень шикарно тут разгуляться. Ну, у нас премиума нет, поэтому мы с тобой тихонечко вот так вот своими силами собираем. Так, что мы здесь можем сделать? Пустынный призрак... Бомбадзилла, ничего себе. Давай попробуем найти Бомбадзиллу. Бесплатно. Бомбадзилла, название такое еще прикольное. Так, что мы хотели еще? Я хотел, наверное, вот здесь вот. За рыбой. Ну-ка. Что? Три, ну. Нисколечко не удивлен. Давай, лети. Так, он полетел. Ну, обещал вернуться. Треска, плюс, опять же, тусклый янтарь.
Меня больше сейчас интересует, есть ли сегодня у нас какие-то новые события. Или же я просто зашел, чтобы здесь залутаться. Давай-ка мы посмотрим. Так, друзья, есть. Но оно, к сожалению, пока недоступно. Еще нужно ждать один день. Драконий корень, угроза. Да, получается, что сегодня мы с тобой просто подеремся на арене. А у меня перед этим как раз еще там все паки забиты. Ё-моё. Так, шторморез, креветка, столом. Ладушки. Так, ну что, здесь монетки Одина. Древоруб, костолом, водорез. Ну и по мелочи ресурсов. Окей, откройте два набора карт. Здесь у нас обменный пункт уже созрел. Дает нам блестящий янтарь. И я хочу сделать заказ на обмен. Тут у нас древесина, я ее заберу. Откроем пак. Ну-ка. Шторморез, шепот смерти, крылатый ужас, костолом, громобой. Блин, алая плеть, где ее взять-то? И кривоклык, две карточки. Следующий тогда делаем на открытие. Что же я еще хотел? Так, здесь, наверное, заберем награду. Пока все, больше у нас ничего здесь нету. Что-то я хотел. Так, у нас древесины и рыбы хватает. Надо кого-то либо прокачивать, либо отправлять. Пара барса и вепря. Так, вернись. Вернись сюда. Ага. Да ёк-макарёк. Вы издеваетесь, что ли, теперь? Я не понимаю. Теперь все требуют железа от меня за прокачку. Серьезно? Ну-ка, вернись к столом. Иди, тренируйся. А у меня выбора нету, понимаешь? Мне нужно их, ребят, прокачивать. Хочу я этого или не хочу. Вот надо и все, прикинь. Вот такие вот мне условия здесь сделали. 12 драконов, будь добр, прокачай. Так, ну здесь на этой лужайке, по-моему, мы всех уже кого могли, да? Прокачали. Ну вот есть тут уникальный этот еще. Вернись. Надо его как-то тоже, ребят, до ума доводить. Я имею в виду пара барса и вепря. И он так долго собирает, один день собирает так мало количества ресурсов. Так, пускай за рыбой летит. Тоже за рыбой, да, полетел? Даже этот успел полететь за рыбой. Пускай летит, тренируется. Угу. Лети. Громилет. Пускай тоже летит. Я просто хочу там, ребят, все забить. В академке. Все, уже больше ничего сделать не могу. Ну что, пошли тогда заработаем с тобой, я не знаю, пак, может быть, два пака вождя. В общем, аренские поединки у нас начинаются. Раз событие будет доступно только через день, это получается у нас будет в четверг. Это при хорошем раскладе, да? И в четверг уже можно будет, в принципе, зарубиться. Так, ну что здесь у нас? Начнем, пожалуй-ка, мы вот. Хотя надо было, наверное, скалотряса разоружить. Сейчас посмотрим. Промахнулся, это хорошо, что он первый удар свой промахнулся. Ага, что-то не попадает. Что-то странное, друзья, творится. Одного убрали. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас кого-то у нас уничтожат. Да ладно. Не потянул. Ну тогда извиняй. Так, мы же успеем хильнуться, да? Успеем. Ну я не знаю, барсик, наверное, не выдержит сейчас двух укусов.
Ветрокрыл, скорее всего, сейчас ушатает его. Нормально. Мне нравится такой расклад. Оу. Слушай, я чему радуюсь-то? Сейчас же будет заморозка лютая. Он не стал делать. Он ее делать не стал. Да, давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ну, в слепоте мне теперь уже ничего не страшно. Он ничего нам не сделает. Нет, ты укус будешь делать для меня? Все. Окей. Так, пробивной и добивочный. Все, ребят. Ну что, первый поединок за нами. Так, ну что, здесь опять скалотряс, я смотрю, плюс змеевик. Начнем тогда уже вот так, по уму. Змеевика и... Отлично. Так, ох, сейчас начнет. Ай-яй-яй-яй-яй, все равно, ребят, прописывает очень. Ты смотри, что творит, а. Давай, Барсик, напоследок, как говорится, завалишь. Это сейчас добьет, конечно же. Опа, промахнулся. Громобой добьет тогда. О, и он еще и массовую сделал. Ух. Он еще и массовую зарядил, прикинь. Эй, потише, мелочь. Так, нам надо хиляться срочно. Добиваем громобой. Добиваем, говорю, громобоя. И еще хиляемся. Блин, сейчас ушатает. Да ладно, промашку дал. Фу. Так, а здесь у нас ветрокрыл. Так. В принципе, кривоклык нам не опасен. У нас нет стражей. Вот этот вот опасен будет для нас. Так, сделаем вот таким вот образом. На следующий ход мы его уничтожаем. Блин, они, смотри, что-то очень взялись. Заморозка, блин. А у него, ребят, как раз хватает для заморозки. Странно. Блин, по ходу дела мы здесь сфейлимся. Ну, давай хотя бы попробуем кривоклыка бомбануть, что ли. Готовимся к заморозке, к лютой заморозке. Вот она. Ай-яй-яй, как неприятно, блин. И Барсика, по ходу дела, сейчас. Так, если мы с тобой возьмем его под контрольку. Давай сделаем так. Хотя на самом деле нам надо было, чтобы бомбит, чтобы нам он помог. Барсик, ты что там спишь-то 3 часа, блин, я не пойму. Ну вот. Давай. Ну, как ты понимаешь, Барсик не справится с ветрокрылом. Это, ребят, исключено. Он не пробьет. Все, он сейчас его заморозит. Не заморозил, просто убил. Ну что, вот он наш первый пак вождя. Кстати, мы выбили с тобой обычный пак. Не, ну, я имею в виду ареновский. Давай смотреть, что нам здесь достанется. Так, шторморез, чудовище, шепот смерти, громорог, змеевик, клыка крив. Кстати, он может прокачаться, но если я не ошибаюсь, прокачать его нельзя. Или можно? Нельзя, к сожалению. Не хватает ему уровня. Слабенький еще, типа. Так же, как вот этот громорог. Да, 51 уровень ему нужен. А он у нас вообще не знаю, какого уровня на самом деле сейчас. В общем, погнали на следующее состязание. Получим еще один пак вождя. Ну и, в принципе, будем, наверное, на этом сворачиваться. Что у нас тут? Хофер, Барсик, Костолон. Ну, давай, наверное, так сделаем.
Понижаем. Так, сейчас они втроем тут начнут веселуху. Ну, слушай, ну терпимо еще, я тебе скажу. Вот сейчас, если этот будет бежать, это, конечно, будет не очень круто. Ведь он будет, нет, не успеет. Ох, сейчас масуха, да, будет какая-то. Ну, естественно, ребята. Обалдеть, нифига он жарит, ты посмотри. Ух. Вот это он припечатал. Обалдеть, он еще и замедляху на нас повесил. Вот так вот. Он еще и повесил на нас замедляху. Ну че, Барсик, у тебя суперударов никаких нет, поэтому тебе придется просто смириться со своим проигрышем. Единственный твой козырь — это двойная атака, и все. Больше в тебе ничего такого нету заурядного. Вот так. Так, ребят, ну что, здесь у нас тройной удар, пристиголовый и вот эта вот мелочь. Блин, она страж. Она страж, она очень болючий страж. Тогда нам надо делать... Блин, я не знаю. Синьку можно, в принципе, разобрать. По-быренькому. По-быренькому. Да что ж вы делаете, ироды, а? И атаку понизили, и защиту. Вы молодцы. Молодцы, тут ничего не скажешь. Точные удары, да? Ёк-макарёк, все. Да. Уничтожили. Уничтожили они мне моего бедного дракончика. Ать. Слушай, давай мы сделаем с тобой немножко по-другому. Сейчас у нас будет ходить вот этот хлопец. Мы сделаем вот так вот, чтобы он просто нам не мешал. Мы уже будем им разбираться. Пускай он сделает суперудар. Да, конечно. Суперудар он даже не мечтает и не думает о нем. Чтобы делать его. Раз, два. Ну. Шикарно. Так, у нас есть еще слепота, поэтому я вешаю. Я вешаю обязательно, ребят. Нельзя этого момента упускать. Потому что мы его вешаем, он вообще разбирается тяжело и туго. Ну что, у нас последний, надеюсь, поединок. Нам нужно забомбить двух. Двух драконов нам не хватает. Для того, чтобы получить пак вождя. Так, секундочку. Хофер мне не нужен здесь тоже. По большому-то счету, если брать. Ну, че вы там? А ты кого? Почему так сильно бьете-то? Безжалостные драконы, а? Хиляемся. Так, змеевик сейчас. Они все, ребята, так верны своим этим целям. А мы тоже будем верны. Сейчас мы его уничтожим. Вот и все. Ну что, друзья мои, вот и пак вождя. Шторморез, громобой, громобой защитник, громорок, опять кривоклык. И все. Ну, что-то как-то совсем уж скудненько. Так, зато мы получим сейчас награду. И это, что у нас тут? 50 рун. А потом мы получим купальня Хугина. О как. Типа, потратить 100 рун, и ты продвинешься, да? Угу. Вот уж дудки. Сам доберусь. Найти любовное письмо. Где оно? Вот оно. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.